О том, какие опасные находки хранятся в одном из неприметных гаражей Энгельса, оперативники уголовного розыска выяснили в ходе обыска. При осмотре гаражного бокса полицейскими обнаружено изъято 2 пистолета, автомат, боевая граната и около 200 единиц патронов. В результате проведенной экспертизы установлено, что изъятые образцы оружия пригодны для стрельбы боевыми патронами. Ручная граната также пригодна для использования. Подозреваемый пояснил, что оружие и боеприпасы он обнаружил несколько лет назад в поле в Энгельском районе. Следственным управлением, межмуниципальным управлением МВД России Энгельское по данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 221 и частью 1 статьи 222 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оперативные мероприятия проводились при содействии сотрудников УФСБ России по Саратовской области и ОМОН Росгвардии.